Игровое шоу национального телевидения «Чувашия наобум» вышло в финал самого престижного телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион-2014». В прошлом году академики российского телевидения тоже отметили этот проект, но тогда он был послан на конкурс в виде идеи на листах бумаги и, к сожалению, не победил. А воплощение идеи в жизнь жюри оценило. И в этом году чебоксарская передача попала в тройку сильнейших развлекательных программ России. Взрывная программа «Наобум» выходит на национальном телевидении Чувашии раз в месяц. Задача участников этой игры – за считанные секунды придумать слово, содержащее тот или иной набор букв. При этом по кругу передается тикающая бомба. Зазевался – бомба взорвалась, а игрок вылетел из шоу. О том, как похожая детская игра превращается в телепроект, автор передачи Мария Шоклева увидела во сне. Оставалось доработать идею, найти харизматичного ведущего, придумать познавательные рубрики о русском языке. Игра «Наобум» напоминает зрителям правила русского языка, заставляет думать быстрее и делает речь богаче. Гараж! Скажи, что у меня нет слова! У меня нет слова, скажи! Конкуренты программы «Наобум», хабаровская передача «О саде и огороде», «Час удачи» и короткометражная комедия «Новый год ФМ», которую сняли телевизионщики города «Надым». Церемония закрытия конкурса состоится в городе Сочи 28 ноября, где станет известно, кто уже достоин заветной статуэтки ТЭФИ. Мы поздравляем наших коллег с выходом в финал и желаем им только победы.